Вот такие настоящие шедевры айхальских мастеров дарят юбилярам, ветеранам Алроса и почетным гостям поселка. В их числе патриарх Кирилл и Валаамский хор. Сделать одну такую икону – трудоемкая работа. Творческий процесс может занять 3 недели. Мы вот делали икону нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Вот 3 иконы, когда он сюда, ну, в Мирнинский район приезжал, ему от компании ему дарили. И, ну, как нам сказали, как бы он одну из икон, ну, из них, из этих икон, передал в Кремлевский музей. Я сам там не был, не знаю. Ну, люди говорят, видели, то, что там ну, икона наша есть. Работают в айхальской художественной мастерской 6 столяров. В месяц они изготавливают около 20 изделий. Каждый работает индивидуально над своим сувениром. В помощь современные инструменты и станки. Время, которое мастера тратят на изготовление сувенира, зависит от сложности работы. Доска строгается, рисуется, выпиливается, режется, вышкуривается, красится. Ну а если работа не рядовая, тогда все начинается с эскиза. Это важнейший аспект, наверное, составить на правильную композицию для того, чтобы она и закончена смотрелась, и понравилась. В мастерской столяром уже 14 лет трудится Валентин Прокопьев. Занимается любимым делом, изготавливает сувениры из дерева. Нравится мне, вот, например, вот резать, сидеть. Все, что-то выдумывать, ну, придумывать, вот, ну, как бы это все. И на другую работу как бы не тянет. В Айхале художественная мастерская существует 26 лет. В цехе изготавливают сувенирную продукцию на якутскую тематику. Сегодня мастера могут сотворить любой шедевр из дерева и других материалов. Альбина Шарафетдинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край».